Привет. В этот раз действия будут происходить в абсолютно неизвестном мне портовом городе Европы Шербуре. Встречает меня просторный дом со множеством этажей и комнат, в которых лежат разные полезные и не очень полезные предметы для выживания. Пробежавшись по разным уровням огромного дома, я смог раздобыть для себя книжки, журналы, инструменты. Умудрился разодрать себе ногу. А также я был очень приятно удивлен наличием подвального помещения, в котором меня ожидал нереально крутой сюрприз. Это была оружейная комната, в которой находились некоторые виды вооружения и боеприпасов. Взяв все, что мне необходимо из подвала, я двинул наверх. Немного почитал книги и подкрепился. Завершить весь обход я решил неплохим сном, ведь дальше я собираюсь покинуть дом. Проснувшись и выйдя на улицу, я выдвинул предположение, что я нахожусь в какой-то усадьбе или что-то вроде этого. Передо мной была огромная площадь с фонтанами, а за ней небольшие гаражи, амбары и домики. Всю эту территорию окружал лес. Совершенной неожиданностью стало для меня появление вертолета. Я испугался и метнулся в дом. Стал дожидаться, когда он улетит. Его появление навело много шума, и вероятнее всего это привлекло ходячих, которые где-то бродят поблизости. И я оказался прав. В гараже неподалеку я встретил небольшую группу, которую очень быстро отпинал. Исследуя дальше территорию, мой глаз не переставал радоваться окружающей меня природе и архитектурным строениям. Найдя выход к трассе, я обнаружил машину.